Всем здравствуйте! Итак, у нас сегодня будет с вами еда для моих попугайчиков. У меня их, как говорится, 14. Но скоро еще будут еще. Итак, для того, чтобы нам добавить, мы с вами им делаем сейчас подкормку. Смотрите, что я делаю. Я беру рис, кладу ложку риса. Так, положу ее. Теперь я кладу морковочку. Вот, это я перемешиваю. Вот. Это будет у нас такой рацион для моих попугайчиков. Это у нас первая сторона. Так, сейчас так. Положим. Первый. Дальше мы кладем. Берем мы второй заход. Для остальных попугайчиков кладем мы. Вот. Так, положили. Вот. Ну, я полосу, почему и так много, потому что они кушают. Много не мало, пусть кушают. Сейчас перемешаем мы. Подождите секунду. Это для моих попугайчиков, которые я не люблю. Вот. Тут у нас есть рис, морковка. Ой, господи, еще я говорю, псунка и морковка. Так. Потому что почему много так? Потому что они кушают, и надо очень не любить псунку. Так, дальше. Дальше мы кладем с вами еще одну порцию. Все, это уже вторая порция. Ну и последняя порция. Вот так кладем и все. Все, замечательно. Ну вот, потому что их много есть. У меня в каждой комнате. Как в каждой комнате у меня по 8 попугайчиков. Вот, и там двое еще. Вот. Перемешаем с вами. И будет у нас еда для моих попугайчиков. Все, готово. Вот. Ну, всем пока, всем до свидания, пока. До свидания, пока.